Раннее утро на улице Ленинградская начинается с уборки. Рабочие компании СКК освобождают урны. Всего за день им нужно очистить 350 урн. В последнее время работы прибавилось, сетуют уборщики. Сюда начали складировать свои пакеты и коробки близлежащие магазины и кафе. Мини-свалки стали замечать и горожане. Лучше убирать это все подальше к мусорке куда-нибудь. Либо поставить здесь рядом какую-нибудь мусорку, чтобы складывать. Ну, я не знаю, в принципе. Но к мусорке это дело не надо, потому что рабочие трудятся. А им это все убирать же. Это очень плохо. И тем более запах выдает. Сколько раз видела я такое, на урна стоит для того, чтобы фантик выкинуть, а туда люди мусор выносят. На детские площадки везде. Это мы так делаем. А магазины это просто надо штрафовать, мое мнение, за это. Потому что центральная улица города самая красивая в городе. А тут вот, пожалуйста, свалка. Свою лепту в большое скопление мусора возле урн вносят и местные жители. В Самарском районе установлено 50 контейнерных площадок. Но не все жители доносят свои пакеты с мусором до места назначения. Чтобы пробудить сознательность, сотрудники районной администрации проводят профилактическую работу с такими жителями. Эта проблема существует, но также сейчас идет активное информирование. Есть договоренность с сотрудниками полиции, совместные рейды для того, чтобы все-таки сначала предупреждение, ну а если люди не понимают, то полагаем и наложение административных штрафов. Первоначально это до 2000, повторно до 4000 на физическое лицо. В отличие от жителей центральных улиц, горожане из частного сектора к уборке подходят более ответственно. Заключили договоры на вывоз мусора, и теперь претензий к ним со стороны городских властей нет. В апреле в Самаре начнется месячник по благоустройству, принять участие в котором приглашают всех горожан. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.